Раз, два, три. Юрий Анатольевич, как прошла подготовка к матчу с Азербайджаном? Мы хорошо добрались до Азербайджана и провели одну тренировку. Двух защитников не будет у нас центральных. Насколько ощутима эта потеря? Для нас это потеря. Это игроки, которые не только несут ответственность, да, за оборону, но они такие системообразующие в атакующих действиях. Поэтому нам будет их не хватать. Что скажете о сопернике? Первый матч получился достаточно сложным, несмотря на счет. Соперник прогрессирует. И смотря игры, которые были после нашей игры в Москве, смотришь изменения, и эти изменения качественные. Нам не так просто давалась реализация в первом матче. Постараемся улучшить это, но понимаем сложности определенные, которые могут возникнуть. Держите уже в голове матч против Дании, может быть, в плане состава, чтобы дать кому-то отдохнуть? Здесь вопрос, сейчас есть игра с Азербайджаном, она важна, здесь нельзя терять очки, а игра с Данией это будет следующей игрой. Как вам стадион здесь? Мне нравится футбольная структура, инфраструктура, которая в Азербайджане есть, поля хорошего качества, стадионы хорошие, в целом здесь комфортно, если бы еще ветра не было. Спасибо.